Сегодня второй лунный день. Луна растущая в знаке Козерога. Здравствуйте! Все, что преподнесет этот день человеку, будет своевременно. Во второй лунный день месяца рекомендуется проявлять щедрость. Можно пересмотреть свой гардероб и отдать ненужные вещи людям, которые в них нуждаются. Если есть желание, надо купить подарки родным и близким, а также не забудьте о себе. В этот день необходимо правильно выбрать для себя диету. При выборе продуктов для диеты необходимо мысленно представить их себе. Те продукты, которые вызовут у вас неприятные ощущения, необходимо исключить из своего рациона питания. В саду сегодня следует заняться подокучиванием снегом молодых плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников. Прислушайтесь к советам этого лунного дня, и всего вам доброго!